А как же ее вот регулируют? Ну, вот так отвертка отсюда снизу вставляется. То есть она вот через этот вот, через это вот отверстие? Вот, либо через вот это, либо через вот это. Ага. Вот так, как попадет. Угу. Вставляется отвертка. И вот он. И выше, ниже, да, это опускается линза? Вращается. Ну, да. Короче, снизу. Либо с ямы, либо лежа. Слушай, а на самих вот этих вот вамперах нельзя какое-то усиление сделать, где она пообламывалась? Да как-то делает это. Кузовщиков надо толковать или то. Пластиком занимается. Угу. Она тут должна как по направляющим попасть. Да, сейчас много разом надо попасть. Этот фиг не попасть. Вот тут вот две шпильки. Оп. Заскочила. Крючочек попасть. Так. Попали. Здесь у нас разъем парктроника. До щелчка, да? Да, обязательно до щелчка. Иначе выскочит. Так, а теперь тут вот эта вот штукенция. Эта штукенция заводская или уже самоделка? Заводская. Вот она. Это что-то она как раз. Бампер, крыл. Тут у нас еще хитрый поворот. Он ставится только в одном определенном положении. Чик.
садится щелчком. Тоже стёгивается. А фара потом одевается, да? Да. Фара в последнюю очередь. Тут же, собственно, из-за этих двух болтов и приходится фару снимать. Толкового омывателя нету. Там проще. Ну зато с омывательными форсунками как-то. Ну да. Ну там вся и фишка. Ну омыватели стоят только у тех, у кого ксенон. Заводской. Серега! Да? Приведи домой доктор, я проеду человека послушаю. Ага. Ксенон, да? У меня, значит, ксеноновые фары. Да. Слушай, а вот фара, какая там эволюция шла? Лампочки накаливания потом, какие пошли? Были обычные лампочки накаливания, потом галогеновые лампочки, по сути, та же самая лампочка накаливания. Потом пошли газоразрядные, ксенон, ну и, соответственно, LED, светодиодные. Сейчас. На большинстве свежих современных авто, на более-менее дорогих, уже устанавливают светодиодную оптику. Она лучше светит? Да ну как сказать. Или она одинаково экономичнее? У нас есть ограничения. По освещенности, да? Да, по освещенности. Которая упирается в цифру 3200 люмен. Угу. Слушай, а вот свечи раньше, в свечах они изменяли. Это применимо для обычных ламп накаливания, которые стоят в поворотах. Алюминий, люмены. Что это за единица измерения? Тоже цвета? Световая единица измерения. Подробности уже не помню, читал я про это все. В интернете полно статьи по этому поводу. И без повода. Ну да. Сколько тут примерно металл? Миллиметр? Да, кто его знает. Обычно 0,8. 0,8, да? Может и миллиметр, утверждать не буду. Это надо. 0,8. Это достаточно толстый. Взять штангенциркуль, да померить. Ну это же еще учесть слой краски. Далеко штанги циркуль? Так, поудобнее ухватиться. Вот же ж, блин, особо не подлезть. Ну, если вместе с краской где-то 0,9 получается. 0,9. Ну, между 0,8 и 0,9. Тут просто столько шкалы нету. Ну, грубо говоря, 0,85. Спасибо.
Вставляем. Тут у нас все затянуто. Слушай, а это просто уже не притянется, да, поломано ухо? Нет, это еще притянется. Вот это вот. Ну, здоровую шайбу накинем. О, точно. А вот здесь мы можем бахнуть саморез, просверлить, притянуть еще дополнительно. А с другой стороны. Да, вот это вот как-то шайбу доехали, да? Я думаю, вот у него был рестайлинг где-то в 2003 году или там в 2004 году. Ну это ж другие фары. Это ж до рестайла еще. Ну да. Если сюда другие фары поставить, я думаю, вот этот металлический вырез, он, наверное, так и остался. А только в этом. В бамперы какие-то там изменения, вот, потому что. Лексус. Петрович, вот эти вот тонкости не знаю конкретно Лексуса. Угу. По своему Опелю знаю, что у меня до рестайл и фары бампер от после рестайла уже там много чего не подходит, ни по креплениям не сходится. Фара вроде смотришь та же самая, в мой уголок скругленный, а там острый. Капот другой. То есть там. Все-таки они тут тоже с металлом меняют, ну, да? Тут да, они сейчас вот тут этот вырез поменяли, допустим, видишь, у тебя более крутой, а там они могли сделать его вот так пустить. И все, то фара есть, не вот станет. На сантиметр и уже, да даже 5 миллиметров уже не встанет. А там что-то колхозить, ну, не тот автомобиль просто. Я думаю, оно не стоит того, чтобы заморачиваться. Ну что, наша фарка, да, стала на место? Тут уже где-то камешек прилетел, трещинка есть. Да ты что? Ой, смотри, скол. Ага. Ну это как-то ровнее стоит. Как-то вот зазор тут. То ли опустить, то ли хрен поймешь. Это от регулировки зависит. То есть если ее сейчас начать регулировать, она вот так вот уйдет. Но это надо будет заехать на стенд. Пускай ребята регулировку проверят. А, вот это крутить, вот той крутилкой, да? Да, кстати. Вот оно отверстие как раз. Вот сейчас оно и стало вот это вот. Угу. Ну, там, конечно, сейчас ничего не увидишь, это надо будет туда нырять, вставлять отвертку. Ага. Ну, по крайней мере, она теперь держится, будь нет, здоров. Она теперь зафиксирована, никуда не угу. Так, а вот тут, да, что-то надо вот особенно придумывать. И вот это я говорю, тут? Это я. Сам отломал. Ну, Петрович. Злез и только хрус. На это уже фиг с ним, как говорится. Фиг с вам. Да. На скорость, скажем так, не влияет. Ну да. Это клипса тут не чувствует. Так, теперь. Теперь-че, да? Теперь-че, давеча. Вот.
А фига я тут побузю. Что мне нравится, я думал, камера только прямо, знаешь, показывала сначала, вот как она включается, она так хоп и выставляется прямо. Думаю, ну это, вот надо ж под углом снимать, там то выше, то ниже, как же, думаю, снимать, она снимается. Оказывается, здесь есть функция, она, знаешь, щелк-щелк переставляется на, ну, грубо говоря, где-то градусов, наверное, на 5, на 10, перещелкивается вверх-вниз и пошла-пошла-поехала. Опа, есть, да? Лех. Как зуб встал. Да. Как зуб встал. Лех. Все смотрим, доводим, как говорится, до идеала. А фары тут стали, они сами корректируются, да, вот это раз, когда включаются. Да, изначально установка так выставляется, не очень много. Так скажем. Нулевое положение. Подтянула. Два болта. Жик есть. Да. Вот теперь у нас тут есть таких пара штукенций. Так, это отсюда. Там как раз вот сейчас пригодятся нам новые клипсы. Хотя и старые нормальные. Мы можем поставить новый. Давай. Вот это? Да. Они это или не они? Да, они. Сейчас сравним. У нас есть здесь старые. Ну да, похоже. Вроде как они. Хотя вот это вот что у нас? Это шестерки, это восьмерки. Шестерки, восьмерки. Хорошо не прижимает. Относительно. Да чего, нагрузки на нее никакой нет, это так. Декоративная накладка, скажем. Угу. Этот автомобиль может функционировать без них. Он там проворачивается или так вставляется? Проворачивается. Лампочкой. Что? Говорю, с лампочкой какая-то фигня непонятно. Посмотри, что там. В случае чего заменим. Вверх ногами засунули. Я думаю, что там
разъем не в ту сторону смотрит. Ну вот, видите. Нормально. Не в ту сторону засунут. И так, так я, везде. Я, если честно, даже не знал, что ее можно по-другому впихнуть. И так везде. Снимут, впихнут, как-то там сделать. Это ж меняли лампочки. Это какой? Это дальний свет вообще, да? Да. Меняли лампочки ближнего света. Ближний свет мы тебе недавно ставили, Симон. Да. Дальний же мы тебе не трогали. И вот на тебе, уже перекривили. Ёхали, бабаи. Кошмар. Дальний кто-то менял, до меня еще. Кошмар. Глаз да глаз нужен. Обходится или нет? Нет, там просто болт длинный. Такой, что до колеса достает. А тут короткий, да? А тут он трещина на фаре, надо шайбу ложить. Вот смотришь. Потреснут. Да ёханый бабай. Старушка. Трещит. Хотя тут пластик такой эластичный. Да эластичный, но. Сейчас мы сюда шаёбочку положим. А то его раздавит. Ну да. Тут он есть шайба родная, но она что-то как-то. Не особо, да? Ну вот теперь новая блестящая совсем как настоящая. Ну-ка. Сядь. Все? Есть. Влезла. Крепим вниз? Да, сейчас там шайка саморезу. Так, вот у нас сверху ничего больше нету. Что тут? Так, есть у нас один. Один единственный родной болтик. Да. Туда тут клипсы уже. Не вверх. Клипсы. Я помню, еду, она это отошла, это как пасть.
груз пошел, у тебя-то двигатель V-образный. Ага. Ну, а стартер стоит, и там внутри, в середине, в сердце мотора, в развале цилиндров. Чтоб стартер снять, тогда, блин, полдня его только выманивали оттуда. Разбирались тогда, впускной коллектор снимали, подсумки, блин, прокладки заказывал, потому что... Я уже не помню. Блин, тут сверху пол мотора разбирали, чтобы стартер достать. Слушай, а вот там все говорят, какие-то там эти заслоночку менять. Мы менять не, ее не меняли, да? Что, мол, болточки бывают раскручиваются, и туда куда-то коллектор падает, потом... Да, нет, там заслонка не все нормально, тогда снимали коллектор. А, ты смотрел на нее? Писание тогда разбирал. О, и нормально было, да? Да. Ну, ладно. Ну что, фары нормально горят, да? Все светится. Так. Так, ничего, не забыли лишних болтов. Поставлю.